Шаббат шалом. Знаете, все хорошо, все новое – это хорошо забытое старое. Хорошее заявление. Иногда мы говорим что-то новое, но это уже было в веках прежде нас. Мы продолжаем нашу цикл таких проповедей о молитве, да, которая называется Гиша. И сегодня мы будем говорить о Езекии. Но прежде, знаете, давайте мы поблагодарим Господа и небольшое краткое вступление. Отец Небесный, мы просим, чтобы Ты благословил нас своим благословением. Боже, мы нуждаемся быть благословением друг для друга. Мы нуждаемся, Боже, быть теми, кого Ты будешь использовать, Боже, чтобы Твой чудный свет достигал краев земли, достигал тех людей, кто ходит во тьме. Благослови нас, Боже, и мы будем благословлены. Боже, исцели нас, и мы будем исцелены. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость, за Твою, Боже, благодать в жизни каждого из нас. Амин. Итак, когда мы говорим слово «дорога» или «путь», ну, на иврите это звучит «дерех», ну, что мы себе представляем? Мы представляем себе какую-то определенную узкую полоску земли, имеющую ограничения, правильное? Она имеет по ширине, по длине, и она соединяет определенные точки. Помните, это как в математике, из точки А в точку Б вышел пешеход, и вот мы идем по этой дороге определенной, чтобы куда-то прийти. И порой эта дорога ведет себя странно, она может петлять, она может уходить вверх, вниз, она может огибать горы или подниматься в горы, спускаться в каньоны. И, ну, конечно, иногда по пути наименьшего сопротивления нам хочется пойти прямо. Но есть такая хорошая мудрость, опять же напомню вам ее, иногда короткая дорога бывает длинной, а длинная дорога бывает короткой. И это очень важно, особенно когда... Это касается наших отношений с Богом. Потому что часто мы говорим о дороге, о пути, да, как о нашем пути в жизни. Жизнь – это дорога, по которой мы идем. Иешуа говорил о себе как о пути. Помните, книга апостола Иоанна, 14 глава, 6 стих, да? И он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И первых последователей Иешуа называли «людьми пути». Их христианами стали называть потом уже позже, когда они были, это было в Антиохии, в общине, которая, ну, в основном это было не, состояла из евреев и неевреев, и они называли себя христианами, последователями Христа. Но если мы будем изучать Писание, мы увидим, что первых учеников Иешуа так и называли ученики пути Господа. И смотрите, очень это не меняет сути. Как мы будем называться. Главное в том, что мы идем, евреи, не евреи, которые принимают Иешуа, мы идем вместе с ним по дороге жизни, по направлению, которое указал нам он. Мы идем по пути, и знаете, Господь в своем милосердии помогает нам. Когда мы едем на автомобиле, мы видим знаки. Эти знаки что-то нам говорят. Они предупреждают нас о чем-то. Они говорят нам, здесь надо повернуть, здесь надо остановиться, здесь опасная дорога, здесь может быть обвал, а вот тут можно остановиться. Так же самое, вот сегодня мы говорили о заповедях. Это Божьи заповеди на этом пути. Бог дал нам Божьи заповеди для того, чтобы мы, разогнавшись, притормозили или наоборот ускорились, потому что есть определенное как бы движение, есть определенная динамика пути. И есть очень интересные, особенные такие моменты, знаете, как там есть станции таких заправок, АЗС. И вот такие остановки на пути Бог подарил нам праздники. Праздники Господни, знаете, как остановка в нашем пути. Мы останавливаемся для того, чтобы ну, восстановиться, получить какое-то обновление, заправиться, укрепиться. Это очень хорошее время. И одно из таких центров – Шаббат. Вот каждую субботу 6 дней мы едем, и в Шаббат мы останавливаемся. Мы останавливаемся, и это не просто святое безделье. Знаете, как говорят, Шаббат – это святое безделье, ничего делать не буду. На самом деле это, знаете, множество совокупностей, которые образуют уникальный Божий дар. Один мудрый еврей говорил так: «Шаббат – это островок вечности в бушующем море суеты. Только остановившись в нашем безумном движении вперед на один короткий миг, мы сможем соприкоснуться с Богом, с вечностью, чтобы продолжить наш путь уже не такими, какими мы были вчера. Ведь каждая встреча с Творцом изменяет наш взгляд на мир и на себя». Заметьте, как интересно сказано. Каждая наша встреча с Творцом изменяет нас. И когда изменяемся мы, уже
предметы или ситуации, они меняются. И мы начинаем видеть все по-другому. Если мы смотрели на какую-то проблему, мы вдруг понимаем, что это не просто проблема, это инструмент Божий для того, чтобы сделать нас сильным. Итак, Бог снаряжает нас для этого пути. Он дает нам дары Духа Святого, да, для устроения общины и служения людям, которые часто находятся на обочине пути. Знаете, вот мы идем по этому пути, идем, а люди стоят по бокам и смотрят на нас, а мы идем. И вот Бог дает нам определенные инструменты для того, чтобы мы просто останавливались, брали этих людей. И помните, как в хорошем таком старом стихотворении: «И когда ты идешь на небо, возьми еще с собой кого-нибудь». Возьми кого-нибудь, возьми того, кто стоит на этой окраине, того, кто действительно нуждается в тебе. Понимаете, вот мы идем по этому пути, совершая личное спасение. Это хорошее дело, это важное дело, это правильное дело. Но Господь говорит: я хочу, чтобы ты шел не один. Я хочу, чтобы ты взял кого-то с собой. Возьми того, кто нуждается в тебе. И это тоже важно. И смотрите, Он дает нам определенные методы, чтобы мы были успешны на этом пути. Знаете, есть водители, которые ездят, а есть водители, которые купили права. И они различаются. Почему? Потому что одни едут, они умеют, а вторые думают, что не умеют ехать. И нужен характер. Очень важно. Очень важно, знаете, служителям Божьим, нам, как людям Божьим, важен характер. Мы идем по этой дороге для того, чтобы... Ну, знаете, и мы изменяемся. Вот как я говорил, что мы встречаемся с Творцом, и Он нас изменяет. Помните, как ученики Иешуа, призваны Господом, находятся рядом, приходит самарийское селение, им говорят: кто вы такие, идите отсюда. И что они говорят? О, ну все, не принимаете нас, надо огонь на вас свести с неба. Договорились. Помните, да? Ну, такой у апостолов язык любви был. Кто не с нами, тот против нас, а разве против нас, мы вас научим Бога любить. Но все закончилось просто. Иешуа говорит: подождите, вы не того духа. И потом мы видим, как апостолы идут уже на смерть, для того, чтобы другие люди могли жить. Вы понимаете это? И смотрите, проблема современного христианства, нашей веры, чаще всего неправильный характер или отсутствие его у нас. И мы очень часто говорим: вот, если бы были у нас проявления Духа Святого, если бы у нас было что-то такое, знаете, вот чудеса и знамения, все было бы по-другому. Но знаете, уже все у нас есть. Кто согласен с Писанием, что оно истина? Он нам дал уже все. Духом Святым Он вложил нас в дары. Духом Святым Он дал нам любовь. Духом Святым Он сделал нас сильными в себе. Мы святы Его святостью, мы праведны Его праведностью. Мы сильны Богом, а не самими собой. И вот Бог говорит нам, очень интересно, у нас уже все есть, только порой оно не работает, потому что мы иногда из-за того, что мы просто не видим этого, потому что наше представление о том, что должно быть, оно немножко отличается от того, что хочет видеть Бог. Итак, поэтому Бог нам дает инструменты на этом пути, да? И это что? Это пост и молитва. Пост – это не, знаете, есть такое понимание, что случилось? У меня завтра экзамен, надо попоститься. Пост – это не автоматическое исполнение наших желаний. Пост – это не магическое усиление молитвы. Пост – это время нашего смирения перед Господом. Это время посмотреть внутрь себя, увидеть то, что мешает мне, чтобы я приблизился к Богу. Это время, когда я смиряюсь под крепкую руку Божию и вхожу в Его чудный свет. И тогда вы знаете, то, что уже есть во мне, оно начинает высвобождаться. И то, что хочет дать Бог, оно приходит в мою жизнь. И, конечно, молитва. Знаете, сегодня в некоторых таких церковных служениях, ну, во всяком случае, я сталкивался, есть такая популярная модель — христианский менеджмент. Да? 7 принципов успеха, как быть успешным. И знаете, за основу берется какая-нибудь корпорация, торговая корпорация, хорошая корпорация, которая приносит большие доходы. И мы стараемся перенести их принципы на христианский, ну как бы на нашу жизнь верующего. И ждем результата. Мы ждем, что у нас увеличатся продажи, что у нас увеличится посещаемость церкви, увеличится качество. И где-то это работает, но где-то в основном это не работает. Знаете почему? Секрет простой.
В нашем уравнении мы ставим Бога за скобки. Мы берем какие-нибудь инструменты, но мы забываем, что все в руках Божьих, что Бог главный. И все я это подвожу вас к основной теме, о которой я буду говорить, о молитве. Я сегодня буду говорить о молитве, я буду говорить о Езекии, и я буду говорить о том, что мы должны научиться смотреть в глаза нашему дракону. Но вернемся к нашему... То есть мы ставим Бога иногда за скобки. Мы говорим: Боже, мы знаем, у нас есть опыт, у нас есть знания, у нас есть умения, у нас мы видели успех других, они делали то-то, то-то, мы будем делать то же самое, и у нас будет успех. Но когда в этом нету Бога, оно не работает. Оно может на первых порах начать работать, но потом оно останавливается. И мы начинаем биться в ту же стену, и мы начинаем искать. И Бог говорит: воззови ко мне, да, но это следующая история. И вы знаете, Евреям 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Правильно? И знаете, за 22 года моей верующей жизни я встречал множество комментариев на это местописание. И вот один из учителей, я хочу вам рассказать историю, учил меня такой христианской визуализации. То есть, ну, я попробую вам быстренько объяснить, это все касается темы нашей молитвы. Итак, мы созданы по образу и подобию Божьему, правильно? То есть наша сущность – это Божья. То есть и Бог, что Он увидел мир внутри себя, Он открыл, высвободил Слово, Слово пришло, сотворило мир и стало невидимое видимое, правильно? Ну, логически, ну, это же я говорю Писание, если я говорю не Писание, вы можете сказать нет. Итак, и что же мы должны делать? Значит, мы, как дети Божьи, обладающие теми же дарами, как Бог, можем делать то же самое. То есть вера же есть осуществление ожидаемого. Что мы должны делать? Мы должны ожидать. Правильно, да? И быть уверенным в том, что мы ожидаем, оно произойдет. Ну, я логически говорю, вот это меня так учили просто. И знаете, ну... То есть и тогда Бог, Он просто должен будет высвободить желаемое. Ну, примерно так. Хочешь жену? Хорошо. Представь себе, какой она должна быть, какое ее качество. Ну, то есть, все вот. И начинай молиться и высвобождать свою жену в мир. Ну, это, кстати, это учение очень нас вдохновило, молодых людей, мы такие были вдохновленные. И один брат вот со мной, мы просто с ним были друзья, и он так молился. Боже мой, она должна быть высокой блондинкой и музыкантом. Ну, чтобы, понимаете, лидер прославления и жена в одном лице. Хорошее дело. И она должна говорить на английском и немецком. Ну, на переводчике сэкономим. И самое главное, она должна быть вот просто бизнесменом. Ну, я же пастор, я же должен буду служить. Какая работа? И вот он так молился, вот это высвобождал. В общем, расскажу вам конец этой истории. Жена у него невысокого роста, брюнетка. На английском не говорит, музыкальный слух ноль. Но она прекрасная жена. Она хорошая мама, она надежный сотоварищ в служении. Понимаете? Почему? Потому что Бог дал то, что Он приготовил, а не то, что мы. Мы выставляли Бога за скобки. Мы брали это место Писания и пытались управлять Богом. А Бог говорит: нет, я сделаю немножко другое. Итак, мы не просто ждем, когда Бог начинает высвобождать то, что нам нравится по нашему желанию и хотению. Послушайте, Он не джинн. Он не волшебная эта рыба, которая по щучьему велению, по моему хотению. Мы начинаем трудиться вместе с Господом и получать от Него видение. И когда мы его получаем, от Него понимание и знание, мы начинаем осуществлять ожидаемое. Мы начинаем трудиться, мы начинаем работать. И мы уверены, что невидимый, потому что уверенность в невидимом, Бог не видим, Бога никто не видел никогда. И мы уверены в том, что Он рядом с нами и поможет нам. И это, кстати, будет намного лучше, чем то, что я себе фантазирую за чашками вечернего какао. Итак, я хочу продолжить, наконец-то подхожу к тому, что я хочу делать. Я хочу продолжить тему, о которой говорил наш Ребе 2 недели. Мы говорили о Моисее, да, вы помните, идет битва, вы помните Ваню, стоящего здесь с посохом в руках. Это очень хорошая иллюстрация, я думаю, на всю жизнь. И что же он говорит? Мы говорим о Моисее, который послушен Богу, и он доверяет ему. Мы говорим о доверии к Богу, мы говорим о послушании Богу. Он поднимает руки к небу, и что Израиль побеждает.
И когда у него опускаются руки, Бог посылает верных людей, которые помогают ему. И они стоят вместе, и Бог совершает свою победу. И в жизни у нас бывает такое, что враг нас одолевает. Но нам не нужно просто бояться и опускать руки. Мы должны помнить, кто нам, кто Бог. И Он поможет нам победить. Потом мы говорили о Данииле, да, вы помните, история Даниила, история компромиссов и нежелание идти на компромисс и постоянство. Вы помните, да, что его попытались поймать в его жизни, и что получилось? Ров, львиный ров и закрытые уста у этих львов. И если это для царя это было свидетельство, чудо, то для Даниила это было просто естественное продолжение его отношений с Богом. О чем это говорит нам? Это учит нас, чтобы мы держались Господа. И Он будет заграждать уста львов. И теперь я хочу вас познакомить тоже с интересной личностью. Через призму его жизни, истории, определенного какого-то ситуации жизненной, мы научимся еще одному важному принципу. Мы научимся смотреть в глаза своему дракону. Но обо всем по порядку. Поговорим о Езекии. Что мы знаем о его жизни? Кем был этот человек? Что особенного сделал он, что его имя было записано в Священном Писании? Итак, еврейское прочтение имени Езекия Хизкияху. Яхве – моя сила. То есть Бог – моя сила. Он сын царя Иудеи Ахаза и его отец царя, следующего, конечно, Менаше. И правил он в Иерусалиме на протяжении 29 лет. Если мы посмотрим на его жизнь, на его отца, то я вам скажу, что это был не очень хороший папа. Почему? Потому что он вел в Иудее конкретно идолопоклонство. Он совершил множество, он проводил детей через огонь. Он разрушил жертвенник в храме, поставил там их жертвенник, как в Дамаске. То есть конкретно он взял просто копию жертвенника там Ваала или какого-то божества и поставил в храме. И при нем священники, они просто умирали с голоду, потому что прекратилось обеспечение. Вот такой у него был папа. И знаете, мы иногда виним наших, говорим, наша жизнь такая, потому что у меня плохие родители были. Послушайте, неправда. Этот молодой человек взошел на трон, и была очень такая серьезная, напряженная атмосфера. Но что он сделал? Он сразу же, что он начал делать, он произвел... Да, очень интересный вопрос. Почему же он был таким? К этому вопросу я попробую вам объяснить дальше. Вскоре после своего царения Езекия провел религиозную реформу, упразднил чужеземные элементы. То есть он убрал этот жертвенник из храма. Он просто восстановил традиционные обряды в храме. Он опять начал давать урочное левитам, чтобы они не умирали от голода. Он восстановил богослужение в Иерусалимском храме. И 2 Паралипоменон, 31-21 стих говорит так. Вот что сделал Езекия по всей Иудее. И он делал доброе и справедливое и истинное перед лицом Господа Бога своего. И обо всем, что он предпринимал на служении Дому Божьему и до соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Вы слышите? И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божьему и для соблюдения закона и заповедей, то, что сегодня у нас вот как раз на Торе мы говорили, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Заметьте, он имел успех. Кроме того, он уничтожил, помните, были такие богослужения на вершинах, знаете, такие независимые богослужения, на которых собирались люди, и там они поклонялись кому угодно. Богу, ну и не Богу, и другому Богу, и другим богам. Все вместе, знаете, такой винегрет. И он говорит, нет, все будут похороняться вместе в храме. Богу живому. И потом змей, помните, да, змей Нехуштан, который Моисей сделал в пустыне, он поставил его в пустыне, и люди, ужаленные змеями, смотрели на него и получали исцеление. В конечном итоге это превратилось в идолопоклонство. Люди начали поклоняться змею, люди начали поклоняться образу, а не Богу, который пришел, который исцелял. И Езекия сделал очень просто, он взял просто этого змея и уничтожил. Смотрите, 4 Царств, 18 глава, 1-7 стих.
третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, царился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. Помните, я спрашивал, почему он таким был? Да потому что мама его таким сделала. Мама хранила в сердце своем заповедь Божью, и она воспитывала своего сына в почитании Бога. То, что говорил сегодня папа Алисы, как важно нам хранить наших детей в заповеди Божьей. Потому что даже в среди нечестия они остаются в правильном положении перед Богом, потому что мы, как родители, влаживаем в них правильное отношение, правильное понимание мира. Итак, «и делал он угодное в очах Господних во всем, так, как делал Давид, отец его». Заметьте, Давид, отец его, он не говорит, что его отец Ахав. Он говорит Давид, он говорит о том, что он является продолжителем этой Божьей династии, которая была обещана, что придет Машиах. Итак, он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и срубил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израиля уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И прилагал, и прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедовал Господь Моисею. И был Господь с ним. Везде, куда он ходил, поступал он благоразумно. Какие прекрасные слова говорит о нем Писание. Согласитесь, каждый хотел, чтобы об его жизни говорили такие слова. Послушайте, реформатор, человек высоких идейных помыслов, ревностный по Богу. Поймите, это действительно царь, который отличался от других царей. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. А какие у него были друзья-соработники? Скажите мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Что имя одно, знаете, песня, пророк Исаия. Вот кому хочется, чтобы пророк Исаия был его другом? Я тоже хочу, но это опасно, потому что Исаия говорит правду, он не говорит то, что нравится. Знаете, Божьи пророки, они не говорят то, что нравится, они говорят то, что говорит Бог. И они говорят именно то, что говорит Бог, а не то, что им хочется сказать, чтобы получить, ну, принятие от людей. Итак, и интересно, что Езекия не боится идти против системы, которая сложилась в дни его отца, и который был идолопоклонником. И отложился он от царя сирийского и не стал служить ему. Вы должны понять, что в то время, это мы сегодня делаем, религия, политика, в то время это было все одно и одно. Религия не была отделима от политики, политика не была отделима от религии. Вы понимаете, если я принимал царя чужой державы, то я принимал и богов этой державы. Если я принимал его покровительство, то я и должен был делать то, что он мне говорит. Ну а скажите мне, что может сказать делать идолопоклонник? Человеку, который знает живого Бога. Ну, конечно, только то, что он знает, служить идолам. Итак, и вот с этого начинаются проблемы. Смотрите, когда Езекия восстанавливал храм, богослужение, проводил реформы веры, ну, внутри Иудеи, ну, вроде бы все было в порядке. Ну, как бы на него не обращали внимания. Но так только он попытался разорвать отношения с безбожной системой, которая контролировала Израиль и внедряла в среду народа свои безбожные идеи и верования, начался конфликт. Знаете, это как во времена вот совсем недавнего прошлого в СССР. Отношение к государству к верующим. Вначале жестокий антагонизм, помните, лагеря, убийства, священники в ГУЛАГе. А потом, ну хорошо, так и быть. Живите себе, тихо, без шума и пыли. Умирайте себе сами на своих контролируемых КГБ-служениях. То есть евангелизация запрещена, детям церковь нельзя, на молитвенные собрания можно и в тюрьму сесть. Пастор перед тем, как идти проповедовать, должен дать куратору проповедь, он ее прочитает, и если не дай Бог, ой, извините, не дай генсек, ну, кто там был генсеком, Брежнева или кто, Андропов, вот эта проповедь не соответствовала каким-то сторонам партии и правительства, то можно и поправлять здоровье, на Колыму поехать. Знаете, страдающий плотью перестает грешить. Послушайте, и вот царю ассирийскому доложили,
мол, так и так, этот боговерующий народ мутит словами разными, мол, Бог Израиля защитит нас. Давайте мы отойдем от этих безбожников и будем творить Божью правду. Что, и они говорят, нехорошо, царь, глядишь, и другие народы думать начнут, свободы захотят. Надо решить этот вопрос раз и навсегда. Да, и заодно у них там есть еще братья, они с Самарии, это 10 колен, да, вы помните, что Израиль разделился на две части, Иудея и Самария. И вот они тоже как-то себя ведут нехорошо. Давайте-ка еще и с ними поговорим, по-нормальному. Тоже они там свободы захотели. Бога какого-то Израиля чтят. Ну, давайте. И вот мы читаем в книге Царств. 4 Царство, 17 глава, 9-12 стих. Четвертый год царя Езекии, то есть 7-й год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманасар, царь Ассирийский, на Самарию и осадил ее. И взял ее через 3 года, в 6-й год Езекии, то есть 9-й год Осии, царя Израильского, взята Самария. И переселил царь Ассирийский израильтян в Ассирию, и поселил ее в Фалхале и Хаворе при реке Газан и в городах Медийских, за то, что они не слышали гласа Господа, Бога своего, и переступили завет его. Все, что заповедал Моисей, раб Господень, они не слушали и не исполняли. Видите, какая сразу же? Они не слушают, не исполняют, и приходит Божье возмездие. Итак, смотрите, дракон вырвался на свободу. Опасность вырвалась на свободу. Ассирийская армия, одна из самых сильных в ту историческую эпоху, прекрасно вооруженная и оснащенная по последнему слову техники древнего мира, возглавляемая искусными военачальниками. Она просто так разгромила Самарию, вот так просто оп, и заодно заходит в Иудею и захватывает укрепленные города. И вот Езекия видит этого дракона перед своими глазами, он видит опасность. И в этом конкретном случае, знаете, он немножко был не на высоте. Я понимаю его, он хотел, знаете, мира, он хотел, может быть, ну, погорячился, надо как-то решить всю мир, знаете, хороший мир лучше плохой войны. Что делать? Ему говорят, послушай, все время делали так, приходит завоеватель, мы даем деньги, они уходят. Ну, покайся там, скажи, что ты был неправ. И вот Езекия говорит, ну, вот он делает то, что ему советуют, но в этом случае дракон остается драконом. Знаете, дракон, он любит деньги. Он деньги взял и вопрос не решил. И вот уже армия Ассирии стоит у ворот Иерусалима. Вот так и бывает, знаете, когда мы пытаемся решить вопросы по мирской мудрости. Дали взятку, и уже дракону сигнал, можно давить. Согрешили где-то, и дракон уже знает, это наш. Можно использовать наши методы. Итак, смотрите, что же получилось у Езекии? Денег лишился, да, и враг у ворот. Когда враг чувствует свою безнаказанность, свое превосходство, он начинает издеваться над жертвой. Знаете, как хулиганы толпой загоняют в угол какого-то подростка. И мало того, что они хотят ему там, знаете, там по шее дать, забрать у него деньги на обед, и мало этого. Они начинают над ним издеваться. Они начинают его над ним, ну, изгаляться, знаете, это доставляет насильнику чувство эстетического наслаждения и собственного превосходства. И ассирийский царь пишет письмо Езекии. Так говорит царь великий, царь ассирийский, что за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне на кого же ты уповаешь, что отложился от меня? 4 книга Царств, 18 глава, 19-20 стих. Интересный момент. Знаете, в этой ситуации этот царь называет ассирийский, еще раз подчеркиваю, безбожник, идолопоклонник, он называет себя посланником Божьим, который пришел навести порядок. 4 книга Царств, 18 глава, 25 стих. Притом, разве я без воли Господне пришел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее. Ну, знаете, что-то мне напоминает это даже в современной истории, даже в истории наших ближайших лет. Царь империи осаждает страну, убивает народ, делает громкое заявление. Бог, который веришь, ты повелел мне это делать. Я не агрессор, миротворец. Пришел не по своей воле, а потому что пришел защитить других. Ну, что-то похоже. И эту информацию доносят и жителям Иудеи. И не просто на арамейском, знаете, а именно на их языке, на иудейском, чтобы они поняли. И смотрите, что он говорит. Это говорит царь Ассирии. Так говорит царь.
Пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне. И пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодца, пока я не приду и не возьму вас в землю, такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных деревьев и меда, и будете жить и не умрете. Не слушайте же Езеки, который обольщает вас, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя сирийского? Где боги Емафа и Арпада, где боги Серпаваима, Ены, Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Четвертая книга Царств, 18 глава, 29-34 стих. То есть, перефразируя на наш язык, кто вы такие? Как вы посмели противиться мне? Вы что, забыли свое место? Вы забыли, что вы рабы? Вы забыли, что вы мои данники? Вы что, не... Какой Бог? Я разрушил кучу государств, я теперь Бог для вас. Посмотрите, священники едят с моих рук, а вы что тут воспротивились? Не слушайте Езекию, не слушайте его, что он там вам говорит, не слушайте его. И что происходит дальше? И знаете, и в этом случае, вы помните, в первом случае Езекия что? Он слушается людей, дает деньги, и в результате теряет деньги и все. Но в этом случае он поступает так, и вот с этого момента я думаю, что надо быть очень внимательным, как надо поступать всем нам в подобных ситуациях. Он не прячется от лица опасности и не спешит откупиться в надежде сохранить то малое, что осталось у него. Он не ищет виноватых в своем окружении, давших ему неправильный совет. Он делает то, что должен сделать каждый верующий перед лицом опасности и угрозы врага. Четвертая книга Царств, 19 глава, 1 стих. Когда услышал этот царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень. Что делал царь Иудеи в храме? Хороший вопрос. Слова этого пророка, которые я буду сейчас цитировать, он мог и не знать. Но сущность, которой говорил этот пророк, это пророк Иеремия. Я думаю, что царь Езекия понимал, что он говорит. Иеремия 33 глава, 2-3 стих. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. То, что делал Езекия, можно сказать, он и осуществлял ожидаемое, и был уверенным в невидимом. Он был уверен в Боге, он взывал к Богу Израиля. Исаия 37 глава, 14-20 стих. «И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия перед лицом Господним. И молился Езекия перед лицом Господним и говорил, Господь Циваот, Божий Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри». И услышь слова Сенахриима, который послал поносить тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, поэтому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнает все царства земли, что ты, Господи, Бог один». Его реакция. В первом случае он откупиться хотел. Во втором он пришел туда, куда должен идти всякий верующий в Господа Бога. Он пришел в молитве, в храм, он пришел в молитве, в святое, чтобы сказать Богу. Он говорил правду, заметьте, он не приукрашал. В этот момент Езекия, он был честен, как никогда прежде. Он не приукрашивал события, знаете, он не говорил, что вот так и были обстоятельства, вот это так получилось. Он не добавлял трагичности ситуации, он знал реальность. И реальность была плачевная. У Иерусалима стоит армия, которая разгромила множество государств. Что эта армия не знает жалости и использует все средства для достижения своих целей.
он не знаете, Езекия не побоялся посмотреть в глаза своему дракону. Он открыл перед Богом свои самые потаенные страхи. И Бог ответил ему. И знаете, прежде чем завершить эту историю, я хочу еще познакомить вас с одним Божьим человеком, чья жизнь и чьи слова могут послужить прекрасной иллюстрацией к истории Езекии и нашему принципу. Принципу не бояться дракона и открывать свои уста в молитве. Итак, Уильям Бут, основатель организации христианской миссии «Армия спасения». Это христианское служение изменило целую эпоху и заложило прочное основание для будущего церкви. Во многом можно сказать, христианство сегодня в своих лучших проявлениях стало таким благодаря служению и посвящению этого человека. Он пошел с проповедью Евангелия не в далекие страны, где люди не знали Христа, а на грязные улицы социального дна Лондона, на котором влачили жизнь проститутки, алкоголики, наркоманы и нищие, бедные, которым Христос тоже, кстати, был незнаком. Вместе со своими единомышленниками Уильям Бут выступил против несправедливых законов Британской империи. Вы должны знать, что еще в то время были законы, по британским законам, дети достигали совершеннолетия в 13 лет. И вот представьте, умирают родители, детям 13 лет, и куда отправляют этих детей? Я вам скажу, девочек в публичные дома, мальчики в работные дома, где они пахали по 12 часов и через год умирали от туберкулеза. И это были законы. Это были такие законы в империи, и они, как верующие люди, не могли молчать. Они противостали безбожной системе. Они вышли, как они проповедовали Евангелие, и они говорили, мы не согласны с этим. И знаете, кто против них выступил в первую очередь? Власть имущие. Потому что оказалось, что публичные дома, вот эти притоны, алкогольные заведения, они принадлежали этим богатым людям, лордам, тем, которые издавали законы. Представьте себе. И он, как верующий человек, он выступил перед этой армией, и они ополчились против него. На него начали, были наняты наемные убийцы, его хотели убить. В редакцию газеты, в которой печатали вот эти всякие разоблачающие материалы, ее хотели разгромить несколько раз. Смотрите, на него подали в суд. Причем суд интересный. Вел суд человек, который сам был, в этом деле, у которого были интересы, потому что у него были предприятия, с которых он получал денег. И вот представьте, Уильям Ямбут, он стоит в этой ситуации, как Езекия, перед армией врага, и он стоит перед лицом такой опасности. Дракон вышел, разжалил свои зубы и говорит, ну что, будем тебя есть. И знаете, Уильям Бут любил Библию и читал священные писания. Он любил Писание, и он видел, он учился у Моисея, Даниила, он учился у Езекии. Он осознал важность молитвы. И молитва была для него не просто благословение пищи. Знаете, мы садимся, Боже, да Бог, еда, аминь. Спасибо. Три раза в день помолились. Восьмичасовые молитвенные собрания, некоторые из них продолжались всю ночь, не были в то время чем-то необычным. Молитва являлась краеугольным камнем всех их работы. Он говорил, послушайте, это очень важно, что он говорил. Вы должны молиться изо всех сил. Это не значит просто произнести свои молитвы или же сидеть широко раскрытыми глазами в церкви в то время, как кто-то другой будет произносить их за вас. Это подразумевает горячую, эффективную, неустанную борьбу вместе с Богом. Это подразумевает борьбу на стороне всемогущего Бога, преданность и верность Ему, следование за Ним, так сказать, днем и ночью, подобно вдове, следовавшей за несправедливым судьей, с непрекращающейся мольбой, уговорами и просьбами, которые должны быть в ваших устах до тех пор, пока вы не получите ответ. Такой молитве, не сомневайтесь, изо всех сил будут, вот очень важный момент. Такой молитве, не сомневайтесь, еще раз скажу, не сомневайтесь, изо всех сил будут противостоять дьявол, этот мир и ваша собственная бездеятельная, скептическая, настроенная натура. Все они будут лить воду на это пламя. Они будут обольщать вас своими предложениями и запугивать трудностями. Они будут спрашивать вас, как вы смеете надеяться, что ваши молитвы повлияют на планы, цели и чувства Бога? Они будут убеждать вас в невозможности этого и предрекать вам неудачи. Однако, если вы действительно желаете победить в
Вам нужно смотреть лишь на Бога и слушать Его одного, напоминая Ему о данном им слове. Опять же, вы никогда не сделаете этого, пребывая в сонном состоянии. Вы никогда не уподобитесь торжествующему Израилю до тех пор, пока не станете бороться, подобно Якову, не обращая внимания ни на что другое, до тех пор, пока не обретете искомого благословения. То есть вам нужно молиться из всех сил. Да, вернемся к Езекии, осажденному Иерусалиму. Он молится Богу, и Бог услышал его. И он посылает пророка Исаию, друга его, и пророк ему говорит: «Послушай, так говорит Бог Израилев, о чем ты молился мне против царя сирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем». И он говорит о том, что придет время, вот наступило время, этот царь как пришел, он так и уйдет. Он как хотел что-то сделать, так у него ничего не получится. И вот вы понимаете, и он говорит, Исаия 37, глава 29 стих: «За твою дерзость против меня», это он говорит царю ассирийскому, Господь, «и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебе назад той же дорогой, которую ты пришел». Если Бог говорит, то Он и подтверждает свое слово действием. Он не человек, чтобы обещать и не исполнить. И смотрите, что произошло. Исаия 37 глава, 36-38 стих. «И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Синахрин, царь ассирийский, жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Ардимелех и Шрайцер, сыновья его». Ужас. «Убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан вместо сын его вместо него». Заметьте, очень простой принцип. Человек ищет Божьей святости. Человек ищет Божьего лица. И когда он начинает изменять свою жизнь, обрывает связи с прошлым, не соглашается идти на компромисс с врагом, приходит враг и начинает против него войну. Когда мы начинаем искать Бога, когда мы начинаем что-то делать для Него, приходит враг и начинает нас просто гнобить. И мы смотрим в глаза этому дракону. И часто мы пытаемся от него откупиться. Часто мы готовы идти на компромисс. Ну, понимаете, одно дело, когда ты еще не ищешь святости и Бога, это еще как-то так работает, потому что он начинает контролировать тебя, он начинает управлять. Но когда он понимает, что ты выходишь из-под его власти, начинается война и уничтожение. И тогда надо посмотреть в глаза этому дракону и сказать ему: «Нет, я знаю Бога живого». То, что говорил Уильям Бут, непрерывная молитва вместе с Богом. Не просто «Господи, спасибо, аминь». Нет, я стою, я знаю, кто мой Господь, кто пойдет впереди меня. Я знаю силу Божью, я буду говорить. Посмотри, Бог, Он смеется с тебя, я верю тебе. И Бог приходит, и начинается прорыв. Смотрите, это хороший пример для нас. Это важный урок для каждого идущего по пути Господа, по дороге жизни. Враг будет пытаться остановить тебя, он пойдет на тебя войной. И если раньше он довольствовался мелочью, его целью было желание контролировать тебя, он захочет погубить тебя в твоем служении, в твоей семье, потому что ты избрал для себя шанс идти за Господом. Поэтому посмотри в глаза своему дракону, своим привычкам, которые разрушают тебя, своему тщеславию. Назови, кстати, привычки своими именами. Знаете, иногда мы говорим, это не гордость, это я просто, ну, мнительный такой. Ой, я не лентяй, это просто, ну, я устаю просто. Послушайте, назовите вещи своими именами. Грех – это грех. Грех – это грех. И ты говоришь: «Бог, это грех. Я понимаю, что в моей жизни он убивает меня и разрушает меня. Он идет на меня войной. Помоги мне, Господь. Ты можешь это сделать, ты совершил это уже». И тогда, вы знаете, дракон начинает уменьшаться. Помните, мультик был когда-то? Когда мальчик попадает в какую-то страну, и там ходит такой дракон, и он там рычит, и мальчик потом говорит там: «Не боюсь тебя, не боюсь». И он уменьшается, уменьшается, и такой маленький. И он бегает такой: «Дракон я, дракон!» Он говорит: «Ну да, дракон, дракон». Дьявол, написано в Писании: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу». И что он сделает? Убежит от вас.
Простой принцип. Я начинал это слово с такого места, что все новое – это хорошо забытое старое. Все новое – это хорошо забытое старое. Итак, покоритесь Богу – это главное условие нашей победы. Не просто умные методики, не просто планирование – это важно, кстати, планирование тоже важно. Не просто какие-то там тренинги. Бог, послушание Богу, доверие тому, кто сотворил видимое и невидимое. Вы должны молиться изо всех сил. Это не значит просто произнести свои молитвы или же сидеть широко раскрытыми глазами в церкви в то время, когда кто-то другой будет их произносить за вас. Это подразумевает горячую, эффективную, неустанную борьбу вместе с Богом. Это подразумевает борьбу на стороне Всемогущего, преданность и верность Ему, следование за Ним, так сказать, днем и ночью, как когда-то боролся Яков вместе с Богом, чтобы получить благословение, как стоял Езекия перед в храме и взывал Господу, так и сегодня у нас есть эта возможность. Он дал нам силу противостать злу, Он дал нам силу смотреть в глаза дракону, Он дал нам силу, Он дал нам власть. Это хороший урок Езекии. Не бойся, говорит Господь, не бойся, я рядом. Открывай уста свои, открывай и называй вещи своими именами, и я приду к тебе. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Вы представьте, Бог говорит, воззови ко мне, воззови ко мне, воззови ко мне. А мы говорим, ну, ситуация такая, ситуация. Нет, пока ты лично сам не противостанешь своему дракону, ничего не получится. Община Божья, Бог призывает нас противостоять этому. Может быть, наши глаза смотрят и говорят, в нашей стране коррупция. Да, она непобедима. Сколько тысячелетий, сколько столетий брали взятки. Неправда. У нас все плохо. Неправда. Послушайте, какими глазами смотрите вы. Да, действительно есть проблемы. Да, действительно есть трудности. Да, действительно враг осаждает нас. Да, действительно церковь гонят где-то. И не где-то, а на востоке Украины это реальность. Закрывают собрания, верующих сажают в подвалы. Послушайте, Бог силен царя ассирийского. Бог силен князя мира сего, который думает и решил, что у него есть власть. Да, для этого надо прилагать силы. Да, для этого нам надо согласиться с тем, что мы должны это делать. За нас это никто не сделает. Но хорошее вам, очень хорошее, ободряющее слово. Это делать будете не только вы. Мы будем делать вместе с Господом. Он пойдет впереди. Он сделает самую главную работу. Понимаете? Я призываю вас не бояться смотреть в глаза своим драконам. Не бойтесь, потому что Бог дал нам что? Дух какой? Любви, а не страха. Не страха, а любви. И как говорил сегодня Сергей Михайлович, помните, что любовь – это действие, это не просто чувство. Поэтому молитва, присоединяйтесь к молитвенному служению, уже обновленные. Присоединяйтесь к молитвенному служению уже как Божья армия. И Раби Нахман говорил, я еще раз повторю, жизнь делает из нас воинов. Но чтобы быть сильным воином, нам нужно облечься в сильное оружие. И это оружие – молитва. Давайте мы встанем и поблагодарим Господа. Слава Тебе, Отец! Боже, мы благодарим Тебя, что мы сильны Тобой. Мы благодарим, Боже, что Ты дал нам это оружие брани. Мы благодарим Тебя за веру Твою, Боже, в которой мы можем, Боже, повершать невозможное. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твои уроки, за урок Езекии, за урок Даниила, за урок Моисея. Дай нам быть слушателями незабывчивыми, но теми, кто будет исполнять Слово Твое. Дай нам видеть Тебя творящим. Дай нам слышать, Божий, Твой голос, чтобы другие люди, стоящие на обочине жизни, могли идти туда, куда идем мы, в Твое Божье Царство, в Твой святой покой. Во имя Иешуа. Амен.
Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в содружестве, не является исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.